أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Великое бедствие. День воскресения. Что такое великое бедствие? День воскресения. Откуда ты мог знать, что такое великое бедствие? День воскресения. В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам, а горы будут подобны расчесанной шерсти. Тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша весов окажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь.